Привет всем, дорогие гости, подписчики моего канала. Решил я замариновать курицу для того, чтобы ее потом запечь в духовке. Раньше как бы вот мы всю жизнь курицу запекаем в духовке, но она обычно получалась сухой, не просоленной внутри. Вот в последнее время я ее стал мариновать перед тем, как приготовить в духовке. То есть берем мы все, что у нас есть из приправ, ну, практически все. Вот перец горошком, видите, кориандр, розмарин, корицу, гвоздику, зелень сушеную. Нужен потом еще вот нам 2 головки чеснока и луковица. Также соль, лавровый лист. В общем, берем кастрюлю такого размера, чтобы туда влезла курица. Наливаем воды где-то половину кастрюльки и включаем, доводим до кипения. Вот сейчас вода закипит и засыпаем все, что у нас есть под рукой. Сейчас вода закипит, я покажу, как это все туда закидывать надо. Так, ну вот, вода у нас начинает закипать. Берем гвоздички, чуть-чуть совсем, щепоточку буквально. Много ее не надо. Закидываем. Потом берем корицы. Тоже щепотку. Ее много не надо. Неудобно одной рукой снимать и готовить. Вот так вот. Все, вода закипела. Можно ее выключать, плиту. Так, беру розмарин. Если у вас какого-то из компонентов не будет, ничего страшного. То есть хуже от этого не будет. Ну, зелень можно не бояться. Вот укроп целую пачку я высыпаю. Вот. Орегано тоже можно пачку высыпать. Потом перец черный, горошком. Ну, горошек 10 можно положить. Так. Так, перец положили. Кориандр тоже сыпем. Все на глаз делаю. То есть каждый раз у меня разный состав, разная консистенция, но как бы хуже не становится. Берем луковицу, режем пополам, кидаем сюда же в этот рассол. Вот получается головки, зубчики чеснока тоже вот так вот кидаем туда. Лаврушки маленько, совсем чуть-чуть. Так, ну и соль. Получается на кастрюлю где-то тут, не знаю, литра 3-4. 5 столовых ложек. Не бойтесь пересолить, курица возьмет у себя столько, сколько ей надо соли. Так вот. Теперь все это перемешали добро и надо дать остыть до комнатной температуры. И как остынет этот рассольчик, кидаем туда курицу и убираем в холодильник на сутки. Потом дальше покажу, как все делается. Так, ну все, водичка остыла, вот наша курочка. Так, чтобы туда вовнутрь воздух вышел, чтобы она вся была в рассоле. Можно сверху еще придавить чем-нибудь. Ну все, закрываем крышкой и убираем в холодильник на сутки. Так, ну вот, прошли сутки. Теперь надо вытащить курицу и
положить на некоторое время, чтобы с нее вся лишняя вода стекла. Вот. Я вот такую вот сеточку, как она называется, прям дуршлаг. И все, пускай полчасика стекает с нее сок. Запах просто обалденный. Ну вот я, наверное, просто на лист, на противень положу и поставлю духовку запекать. Делаю в рукаве. В рукаве она получается как вареная. А в духовку просто на противень она поджарится. Также можно ее и в коптилку коптить. Просто офигенно получится. Так, ну все, курочка готова. На дно противня чуть-чуть, капельку совсем подсолнечного масла. Ставим в духовку. Включаем 150 градусов и на 2 часа. Ну так, периодически посматриваем. Может быть, и раньше приготовится. Так, ну вот, прошло 2 часа. Осталось 15 минут. Ну, я думаю, уже можно выключать. Вон подрумяненная такая кожура. Температура у вас чуть больше 150 градусов была. Сейчас вытащу, посмотрим, что получилось. Ну вот какая красота у нас получилась. Сейчас будем дегустацию производить. Так, ну вот, попробовали кусочек мяса. Там вот мясо аж от кости отстает. То есть настолько проварилось, все пропиталось. Очень вкусное, нежное получилось, не сухое. Корочка хрустящая, как чипсы, даже слышно, как она хрустит. Ну все, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пока-пока.